вначале, естественно, установлен даунпайп, он идет на 76-й трубе. Далее, вторая часть у нас. Тут стоят два прямоточных резонатора для того, чтобы подготовить звук к гашению в банке. И также, чтобы он был менее металлическим при открытых заслонках. Далее мы переходим к третьей части выхлопной системы. Она состоит из трех частей. На ней стоят 76-е заслонки, которые управляются штатными сервоприводами от BMW. В стоке сервопривод 1 мы сделали разветвитель на два сервопривода. И, естественно, взяли второй оригинальный BMW-шный сервопривод. Порой хочется приукрасить немножко свою работу. Но, с другой стороны, она сделана настолько филигранно и тонко, что вопросов и каких-то комментариев, наверное, кроме как восхищения, она и не вызывает. Поэтому, хейтеры, пишите в комментариях тоже. Люди, которым нравится тюнинг выхлопа, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы видеть такие подобные проекты. Что нужно от дорогого, эксклюзивного кабриолета, который, кстати, был подобран в Моспопоре? Конечно же, не только офигительный внешний вид, но и сочетание призвуков и качественного звука выхлопа для того, чтобы максимально раскрыть эмоции от драйва и вождения этого автомобиля. Кстати, уже не первая машина приезжает по рекомендации от этих ребят. Нам необходимо было полностью заменить выхлопную систему, сделать ее управляемой, создать такие условия от вождения, чтобы получать максимальные эмоции и максимальное удовольствие от нажатия тапочки в пол. И, конечно же, вариантов по тюнингу было несколько. Но мы приняли вместе с владельцем финансово тяжелое для него решение. И, конечно, владелец решил сделать полностью новую выхлопную систему, которая стоила ему 205 тысяч рублей. По времени затрачено было около 3 дней плодотворной интенсивной работы, начиная с создания и изготовления даунпайпа и составных элементов резонаторов и банки глушителей на нашем производстве. Здесь абсолютно весь выхлоп, кроме насадок и сервоприводов, которые немецкого производства, было сделано нашими ребятами из Ультравыхлоп. Оцените, пожалуйста, нашу работу лайком, прокомментируйте, как вам на такой суперкрутой тачке такой выхлоп. Для того, чтобы его заценить, наденьте наушники и ищите ее в пробках Москвы. Oh.